Итак, всем привет! Вы находитесь на моем канале, меня зовут Владимир. В общем, у нас сегодня цель такая. Сделать из нашей хрущевки вот комнату, на сколько получается, по-моему, 13 или 14 квадратных метров, как больше, много, побольше пространства, чтобы все уместилось. Ну, что здесь обычно бывает? Это компьютерный столик. Вот этот столик уберется. Конструкция будет немножко другая. Потом кровать, ну и там другие всякие нюансы. Так, и теперь мы даем вторую жизнь нашему дивану. Был диван обычный, раскладной. Что мы сделали? Разобрали его полностью, оставили вот эти три конструкции. Ну вот, если вам видно, вот сверху, вид сверху. Вот они, три части. То есть спинка, днище это. Когда диван раскладывался, он получал вот такую форму. Вот. Теперь мы его полностью разобрали. Что где там подрезали. Потом делаем конструкцию на него. И она у нас будет выезжающая. То есть на вот этом месте, вот где мы сейчас, вот где ламинат постелен, будет подиум. От этой стены до вот этого края где-то получается. От стены до сюда берем размер, ширину вот этой высоты. Где-то у нас 1,40 м, но запасом будет 1,50 м. И вот эта кровать будет выезжать в эту сторону. То есть на 1,5 м, 1,40 м. Сверху будет подиум. Как это будет выглядеть, смотрите далее. Прыгай, прыгай, быстро. Прыгай.